проникающая грунтовка с резита СТ-17 с водой. Готовим смесь для грунтования. Ну, все, и воду вот по этот уровень. Наверное, пошли сразу к этой скважине. Все. И доливаем водой питьевого качества. Существует бытовое неправильное мнение, что грунтовка нужна для укрепления основания. На самом деле грунтовка нужна для того, чтобы уменьшить впитываемость воды. Вот и все. Раньше перед оштукатуриванием заливали просто водой и штукатурили. Мы же добавляем грунтовку, иначе вода просто вымоет из клея полимеры. Дальше возвращайся туда и держи, лучше не води. Даже ты не закрыл, потому что не закрыл. Нанесение проникающей грунтовки. Откос тебя не интересует, там клей пена будет. Тебе стена интересует. Откос не нужно. Клей пена и без этого возьмет. Клей пена, да? Да. Не нужно. Тебе нужна стена. Ты сверху, смотри, сверху просто вот это вот наносишь и держишь, смотри. Чуть-чуть. Вот так вот. И ведешь, пока не потечет. Самый верх. Низ не нужно. Вверх до угла. Не води. Просто на месте держи. И здесь в эту сторону смотри. Чтоб оно прям лилось. Вот как ручьи пошли, это значит идет насыщение. Понимаешь, да? И потихонечку уже спускаешься. Полосами. От окна. У тебя видишь сторону окна? А то может пробить даже через элемент примыкания. Чтоб окно. Не води, держи. Веди потихонечку, вот. Не нужно, просто прям по месту веди, и у тебя лучше контролировать ситуацию. Видишь, прям видно, как сосет. Чем интересна эта захватка? Вот на этой части Валиджон вчера наносил уже проникающую грунтовку из Т-17. 1:6 с водой. Видите, вот такие полосочки. А сейчас он заходит на новую захватку, которая не была прогрунтована. И обратите внимание, насколько по-разному ведет себя поверхность. То есть грунтовка с водой сразу впитывается. Наносим распылением церезит СТ-17 с водой 1:6. Медленнее введи. Лучше вдоль, не сверху вниз, а вдоль прям. Пусть она ручьями. Чем больше впитается, тем проще будет потом клеить. Проходи так же. Потому лишняя грунтовка не помешает, просто скорость будет быстрее. Видишь, как только побежала, можно сразу передвигаться. То есть здесь побыстрее просто проходи и все. Вот где было вчера прогрунтовано, тоже 1:6, и вот они сразу побежали ручейки грунтовки. Сразу видно эффект от грунтования. И вот стена, которая не была прогрунтована вчера, сразу другая впитываемость. Вот она сосет, как милая. Газобетон очень хорошо
сосет грунтовку. Поэтому, если вы не догрунтуете, все это количество воды газобетон заберет из клея. И, соответственно, клей не наберет свою марку, а просто высохнет. И уже не будет хорошо работать. Здесь догрунтуй, не сыт. А все уже. Так что вот так. Остатки 1:6, которые были, долили грунтовкой. И добавляем еще воду. И у нас получится концентрация 1:4. Второй заход грунтования с водой. Это примерно все. После не доливай. Вот это вытереть, смотри, чтобы не опять сторону. Помешай, моя погода. Она уже разошлась. Не переживай, там нормально все. Второй заход 1:4. Уже видно, впитывая места. Да, вот они уже побежали, ручейки, поэтому быстрее проходи. Уже быстрее работа намного. Лишнюю грунтовку, она у тебя просто сейчас будет сваливаться. Что получается? Мы добавляем грунтовку, более концентрированную, за счет капиллярного эффекта. Старая грунтовка, которая находится внутри, она полимеры с собой туда забирает и при этом продолжает разрушать пленку. Нам главное, чтобы пленки не было на поверхности. Потому что если будет пленка, это плохо. Наша задача заглушить впитываемость. Не надо, достаточно, все. Здесь быстрее сейчас проходишь уже. Это не то, что первый заход. Если раз не поменьше, конечно. Конечно. Самое тяжелое первый. Все. Дальше уже тут это. А когда 1:2, там уже просто забег. Угу. Откос изнутри тоже надо, да? Не нужно. Там клепено. Там и так все долетело. За счет просто разбрызгивания там все уже долетело. Все как необходимо. До бетонной перемычки добегай, дальше не надо. До колонны, вернее, вот эту. Бетон не нужно. Там ему достаточно 1:6. Ну там просто, смотри, там еще просто, видишь, не готово, еще пятен нет. Тогда надо оставить пока, да? Да. В принципе, нам последний сейчас даже не обязательно, у нас потом свежее будет. Да, мы можем уже клеить. 1:2 сейчас как бы я бы даже не стал, она влажная стена. Ну, но в других будем искать. Да. Это когда грунтуешь и оставляешь потом. А пленку снять, окна помыть? Сейчас конечно. Чуть-чуть прям подсохнет и сразу сейчас отмоем, потому что неправильно заклеили. Да. Вот это сейчас мы сразу переделаем. И как раз вот с этими вот. Да. А, но с другой стороны, потом придется уже этот-то отойдет уже из расходования. Нет, не отойдет. Мы сейчас аккуратненько сделаем. Ага. И здесь подсунем пленку сюда, подрежем ее и все. Я имел в виду, что там, может быть, внутри попадает, видите, мокрая. Это другая пленка. Нет. Что там потом не отмоется, я боюсь, что. Ну мы сейчас аккуратненько откроем и посмотрим вниз. Ага. Мне вот это вот волнует. Вот. Ага. Здесь могло попасть.
А с них она срезается, если что-то. Угу. Вот так срезается пленка. Угу. Берется вторая пленка и скотчем сюда приклеивается. И все. То есть это не проблема. Ее отрывать не надо. Угу. Если что-то там произошло. Что, это может протереть? Сейчас подождем прям чуть-чуть. Угу. И чтобы капельки вот эти скапнули. Или протереть их аккуратно.